Мобильная бригада Мособлгазсервиса выполнила профилактическое техобслуживание вечного огня в городе Пушкино. Специалисты проверили исправность оборудования вечного огня, очистили форсунки и горелки от загрязнений, убедились в герметичности газопровода и всех разъемных соединений. Эти работы необходимы для того, чтобы огонь не погас из-за набившегося мусора. В зоне ответственности нашего филиала 9 памятников воинам, погибшим в Великую Отечественную войну. На каждом из них в апреле пройдут субботники. В Сену субботник. 22 апреля в округе состоится общеобластной субботник. Центральной точкой станет банный лес в Красноармейске. Начало работ с 10 утра. Также определены три основные точки уборки территорий. Парк «Березовая роща» и центральный городской парк Пушкина. И городской парк культуры и отдыха Ивантеевки. Проезд закрыт. На время ремонта автомобильной дороги в микрорайоне Дзержинец будет изменена схема проезда. Одностороннее движение будет организовано в районе улицы Кирова, на участке от пересечения с улицей Институтской в сторону улицы Центральная, Старое Ярославское шоссе. На участке от улицы Центральная до пересечения с улицей Набережная в микрорайоне Новая деревня. Ограничения будут действовать с 27 апреля по 25 июня.